Слагаемые успешного выступления на творческом фестивале – это правильно подобранная песня, подходящий образ и сценические движения, передающие характер композиции. 5 минутам на сцене предшествуют месяцы подготовки, репетиции, примерки костюма, занятия с хореографом. А перед выступлением главное – всегда помнить простые правила, чтобы справиться с волнением. Есть такое упражнение – ты выходишь на сцену, надеваешь корону, и ты уже ничего не боишься. Ты доказываешь всем, что ты достойна этой победы. На конкурсе Юля представила песню «Ласточка» в стиле фолк-рок. Это направление требует от солиста серьезной подготовки и проработки каждого куплета. Поэтому только самой композицией Юля вместе с педагогом занималась не меньше года. Удалось попасть в точку со сценическим образом и настроением. Юля у нас, она лирика, она любит такие лиричные песни и такие какие-то серьезные песни. И она, у нее очень хорошо получается патриотика, поэтому мы, конечно, больше в этом и работаем. И лауреат первой степени у нее в основном она получает за патриотические песни. Один из главных критериев оценки на вокальных конкурсах – умение с помощью языка песни взаимодействовать со зрителем, затронуть и заинтересовать даже самую искушенную публику. Мне близки грустные больше всего песни, потому что в них я больше всего раскрываюсь. Солист должен чувствовать эту песню, понимать, о чем поет, и доносить до зала. Совсем скоро воспитанники вокальной студии «Аллегра» отправятся на конкурс «Орлята России». А уже в начале июля Юлия Бурова поедет в Венгрию для участия в международном проекте госкорпорации «Росатом New Kids». Дарья Цапарыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».